Здрасте всем. Мы уже в Киеве. Зашли в кафе местное, какое-то популярное, точнее бистро, KFC называется, попить что-то там. Пинаколаду, кофе. Мы немножко с Алинкой в недоумении. Вышли с ЖД вокзала, нихера тут не узнаем. Мы тут, конечно, были давно. Последний раз. Лично я был в Киеве лет 10 назад. Алинка примерно так же. Мы все равно вышли, ни хера не знаю, мы не можем понять, то ли нас привезли на другой ЖД вокзал какой-то, там, пивденный, то ли бог его знает. Пока что осваиваемся, нужно ждать целый час. Ой, пока перезвонит хозяйка квартиры, которую мы хотим снять, и уже скажет нам, когда можно будет въехать в ту квартиру. Короче, шаримся, убиваем время. Сонные, полудохлые, с дороги. Такое, поскорее бы в квартиру скинуть вещи, немножко передохнуть. И вперед гулять. Вот теперь мы въехали, в чем проблема. Оказывается, это двухсторонний ЖД вокзал, о чем мы не знали. Мы изначально пошли со всем потоком, вышли сзади. Вышли такие, ёпты мои, где мы? Вообще ни людей, никого. Да, вернулись с обратной стороны, и тут мы уже все узнаем. Все как-то более такое близкое, более привычное. Приехали мы на квартиру, уже немножко тут обосновались. Тут довольно-таки прикольненько. Просторненькая такая квартира, типа студия. Вот, сейчас немножко прохолодались, пойдем, уже успели отдохнуть немножко и пойдем где-то покушаем. Да, не немножко, а множко, скорее даже. В Киеве, блин, целый геморрой найти где покушать. Либо цены космос, либо отзывы какие-то сомнительные. Пойдем сейчас позад в хату, пообедаем. А там будет дальше видно. Беда еще то, что мы приехали в Киев, и тут нам рапортуют наши знакомые и родители, то, что тут какие-то движухи начались, опять вот это вот «Слава Украине!» все дела, да, опять какая-то неведомая херня. В центре, короче говоря, там вроде бы как особо соваться не стоит, потому что можно нарваться на какие-то неприятности. Мы очень этому рады. Приехали, блин, называется, в Киев посидеть, извините, в квартире. Это просто... замечательно. Ну, не знаю, короче, сейчас посидим, пообедаем, а то уже башка не варит, тупим маленько. А там потом будем думать, что делать. Может, аккуратненько где-то как-то хоть погуляем тут в окрестностях. Хочется на родину мать попасть, хочется дофига где попасть. Там Алинка на самом деле такой список подготовила, блин. Я как его прочитал, я просто офигел. Там очень много всякого, где мы хотели бы побывать. Посетить много разных классных мест. Вот на самом деле в Киеве есть где зашариться. А времени у нас с ним очень много, всего 2 дня. Вот, и тут такая вот беда. Говорят, что даже по новостям, что там какие-то там парады или что там, не знаю. Короче, какие-то там движи в центре. Мы пока точно не знаем, но что-то покурим в интернете, поищем, погуглим. Парад — это когда праздник. И посмотрим, не парад, господи, как он называется? Короче, пиздец это называется, вот как это называется. Ладно, ребят, пошли мы, короче, жрать, башка уже не варит. Я когда голодный, я просто такой вот. Пообедали мы с Алинушкой, теперь мы с хорошим настроением, можем двигаться дальше, гулять по Киеву. Поедем мы сейчас в Мариинский парк, Чернобыльский музей и Театральную площадь, или как там она? Потом дальше уже... Пейзажная аллея вообще, там Мариинский парк и Чернобыльский. Вот, а там дальше по времени посмотрим, может еще зайдем в Киев, в Печерскую лавру, родину-мать, ну и так далее. Мы с Алинкой еще впервые едем на метро, можно сказать. Для нас вообще космические технологии очень прикольно, очень быстро и удобно. Находимся в Мариинском парке. Где-то здесь нам нужно найти мостик влюбленных и что там, какую-то обзорную площадку или смотровую площадку. Кажись, мы нашли мостик влюбленных и обзорную тут площадку. Тут не хуже, чем во Львове. Да, здесь, здесь симпатичненько. Сейчас оценим. Ну, Алина список писала, куда идти. Чего мы, что у нас кит?
Ничего, такой вид. Лазили? Сюда залазить? Мне не выходит? Да? Нет. Здравствуйте, сюда еще залезть. Там сзади надо двигаться. Давай, давай. И что делать? Алинка, кинооператор. Надо смотреть? Почувствуй себя кинооператором. Прикольно. Я такая маленькая, что мне оно все хорошо. О, прикольно. Там видно что-то? А там смотришь, что там можно. Да? А ну, да, я тебе полезу. Вот загляни туда. Жаль, камера фокус не словила. Там такой чувак, типа, на вас пялится. Вот так смотрится. Типа в бинокль, да, что так. Алинка очень хочет встретить очень популярного украинского видеоблогера Сашу Шапика. Что она это? Она его фанат. Шуглист? Какая-то штука. Глист? Да какой это глист? Какой-то слизняк. Фе. Короче, Алинка у нас фанатка Саши Шапика. Порой мне приходится смотреть его видосы. Приходится. Фанат. Я не то чтобы фанатею, но бывает интересно. И вот он на последнем надеется, что вдруг мы его встретим, коль мы в Киеве. Он еще и тусит чаще, как говорит Алинка, в том районе, где мы квартиру сняли. Вот. Ну, я, конечно, сомневаюсь в этом всем, но было бы прикольно. Потому что один раз у меня был шанс его встретить, когда он приезжал в Одессу. Но в этот момент меня не было на моем районе. Да, а причем он приехал... Он снимал квартиру тупо возле моего на дома. На улице Линна. Ходил в магазин, в который я все время хожу. Это только я могу, блин, уехать именно в эти дни. Я не знаю, что это. Мы тут нашли какую-то штуку прикольную. Прикольно. Это как летний театр или что это? Военные. Наверное. Прикольненько. Высоточный. Кажется, мы нашли тот самый мост. Да. О, ты только увидела, мы уже идем к нему полчаса. Ну да. А погоди, ты что тут? Парковый мост. Когда построенный. Это все неинтересно вообще. Потишненько тут. Это мост? Ну, другого не. О, высоковатый. Да ладно, наш выше. Ёбарас, это, ну, да ни хрена он не выше. Наш выше. Да, я тебе говорю, не выше. А я тебе говорю, выше. Бля. Почему без замка? Что? Они лезть высоко. Очень высоко. Ох, у меня сжимается все. Пошли отсюда. А Майдан отсюда видно. Тот самый. Майдан. Да, вот он. Там Майдан. Это высокий мост, я тебе говорю. У меня ноги подкашиваются. Я высоты боюсь. Тут, конечно, красиво, не поспоришь. Но высоко и узко, он такой весь открытый. По нему страшнее, чем по тёщиному мосту ходить. По крайней мере, для меня так точно. Да, наш шире. Наш шире, и там выше эти борта, там нет вариантов вывалиться. А тут что-то так стрёмно вообще. Мимишество какое-то. История влюбленных. Да, их разокрасили уже. Ну, конечно, куда без этого. В общем, Санчику было неинтересно читать, а мне я прочитала, мне и было интересно. Хотя текста было немного. Рассказывается история о любви Луиджи и не помню имя. Марии, что ли? Ну ладно, имена не столь важны. Как во время войны он был итальянский солдат, а она просто там украинка, которая была на промысловых работах. На русском языке вылетела из головы. Ну, короче, каких-то работ. Принудительные. А, вот. И они влюбились друг в друга, а потом их война разлучила, и они встретились через 60 лет в студии «Жди меня». Как бы это ни звучало. Not bad. И доказали то, что все-таки любовь
еще не различила. Даже через 60 Так а чем памятник построили? Уже что, померли, что ли? Нет, просто мост влюбленных. И это как бы символический памятник влюбленных, которые встретились через 60 лет и до сих пор любили друг друга. Это мост для любителей острых ощущений, скорее, а не для влюбленных. Мне еще так показалось. О, смотри, домики какие. Какие? Ну вот, как дворец какой-то. А, да. Идем посмотрим. Идем. Где ты их видишь? А, там сидят? Это вороны или кто? Не знаю, вороны. Питомцы. Конечно же, автограф имбецилов. Без этого никуда. Здесь вид еще круче, чем на смотровой площадке выше. Вот так вот.